Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня вы увидите, как сделать такой грим на Хэллоуин. Сначала мы наносим светлый консилер на все лицо и растушевываем его бьюти-блендером. Коричневыми тенями рисую пятна на коже. Затем добавляю черный оттенок, делаю визуально и глубже. Добавляю помаду в оттенке Трансильвания от NYX и растушевываю ее, чтобы получился сундучок. Добавляю смесь, похожую на латекс, на лицо и распределяю ее по всему лицу. Даю маске пару минут, чтобы она высохла на лице. И добавляю куски ваты, придавая ожогам объем. После того, как смесь застыла, углубляем цвет ожогов черным цветом. Точечным ударом бьюти-блендера усмирите свою модель, чтобы она меньше ржала. Помадой в оттенке Трансильвания я закрашиваю вату, чтобы ее не было видно. Помадой другого оттенка прохожусь по тем же местам. Растушевываю ее с помощью спонжа по всему лицу. Затемняю впадины глаз. И на последнем этапе добавляю бутафорскую кровь. Чтобы получилось более реалистично, оторвите латекс, и у вас будет эффект оторванной кожи. Это мой ассистент Александр. Сегодня мы покажем вам вот такой макияж. Тут все. А! Чё? Разорви ебало. Да чё ты это сделал? Извините. Что это ваше?